бросаем, поем свободно, небрежно и так далее. Мне не хватает импровизации твоей внизу. Да я вообще много не знаю, что. Верха много. Ты все время там как бы остаешься. Наверху. А что ты не хочешь внизу? Ты переживаешь опять, что на горло сядешь, что ли? Да не переживаю, просто у меня как-то боюсь летать туда-обратно. Нет, а ты оттуда слетай вниз, побудь там немножечко. Потом после импровизации, ну так прямо тычково, а что так тычково-то? Там надо все-таки соединить. Да, потому что я именно в импровизации еще ничего не знаю, и когда вступать, ну вот эти вот моменты вот еще давай сейчас, ну давай сейчас поработаем все. То, что там в ритме разошлась чуть-чуть, ты немножко торопишься там как раз. Ну, ты там торопишься, чуточку. В ритме разошлась там, потому что не везде еще до конца выучен. Ну, так все нормально, все нормально, не переживай. Давай сейчас. Там, видите, некоторые пропускаются слова, а я читаю все и в другом ритме, и я еще не привыкла просто. Понятно. Поэтому я сбилась с ритма, и вот так. Понятно. Ну, давай сейчас поваркуй импровизацию. Чтобы ты... В прошлый раз было лучше. Я не знаю, почему сейчас так. Ну, в первый раз, когда я пела... Ну, да, ну все равно нормально. Поехали, много говорим. Видишь, ты же понятно. Вот даже по фонограмме. То есть фортепиано там начинает играть. Еще разочек, вот минута 40 сейчас тебе ставлю. А, все, я понял. Сейчас хорошо, мне понравилось, что ты ее как бы смикшировала эту нотку, и перед этим было даже лучше. Наоборот, увела ее. Мне это понравилось все это. Но ты почему отрываешь? Зачем ты это отрываешь? Нет, нет, перед этим. Дышь ты. Ты, если дыхание заканчивается, можешь здесь. А вот тут вот хочется, чтобы ты соединила вот это. Поняла такое? Хейма. Да. Подсоедини его. Постарайся его соединить. Добивай. Я пораньше чуть-чуть включу. Прям объедини его, это все одна фраза. Триште, да, да. А потом можешь там все. Ну, хочется здесь очень вкусненько, чтобы ты пошла, потому что это первое такое место. Mm-hmm. И потом там я не поняла, какие ноты перед этим. Ну, дальше. Сиаришка, ну, пупичи, коно само резиште. Вот, не понимаю. Что? Ага, вот это зи. Это одна и та же нота? Вот так испутала. Поняла? Потому что было грязно. Непонятно было, что это. Еще раз оттуда же. Какая нота? Фрак. Форте фраку. Вот теперь понимаю. Форте фраку, аллегро три. А это можно быстрее? Фраку, аллегро три.
Там же на фортефраку Allegro 3-6. Ну вот надо это вместить, все, еще разочек поем. Фраку тоже было не туда. Ну еще разочек поем. Совсем никак. Оно вот, порция спела, и это пошло. Нет, это должно быть вместе. Еще разочек. Ты все равно там потом будешь вычищать интонацию. Она еще там немножко это. Еще разок. Но была очень хорошая версия. И сейчас нам прекрасно. Еще бы всех этих запомнить версии. Но мы же пишем. Еще разочек. Оттуда же поем. Даже если вот такая ситуация, просто брось, и все, и потом добрала тогда дыхание, если такая ситуация. Но ты сейчас как бы справишься, потому что тетенька Наташа сказала сделать все, а сама не взяла дыхание там, поэтому ты кровь из носу, но ты спела. Еще разочек. Дыхание, у тебя сейчас что происходит?
это не дыхание сейчас было. Еще разочек. Нет. Еще разочек поем тут. Каждый раз по-разному. Поставь себе вопросы и определись дома. Я только что придумала, что буду на электричестве. Тогда потом помни себе. Но сейчас было очень явно слышно. Не хватает? Нет. Мне бы хотелось, чтобы все-таки ты его немножко завуалировала, это дыхание. Чтобы оно было активным и достаточным, но при этом как-то... И вот не знаю, где лучше. У тебя два места. Ты по-разному брала. Может быть, здесь не бросать зиште? Может быть, зиште не бросать. Зиште, форте, фрако, лидали. То есть, может быть, не бросать здесь. То есть, ты все кидаешь, кидаешь, кидаешь. Может быть, тут протянуть. Тогда активно, диафрагмально ты хорошо подцепишь дыхание. Ну, перед форте? Перед форте. Перед форте фрако. Ну ты когда перед форте была, сейчас ты взяла после форте. Mm-hmm. Еще разочек. Поэтому мы остановились и сейчас точно определились. Еще разок. Сейчас не останавливаем. Сделай так. На без пяти стоит. Но зато какая хорошая была импровизация. Надо прям вот красным выделить. Нет, ну так а дальше это была дыра. А дальше я думала, а что сделать, а где начать, а где закончить. Ну, я просто подумала. Нам нужно еще и развить ее, нужно кульминации подвести. Это, конечно, плохо, но мне кажется, для обучения подойдет именно заучить. Импровизацию? Нет, хорошая импровизация – это подготовленная импровизация. В данном случае здесь это все завязано за дыхание, за фразу. И здесь, конечно, нужно заучить. Это ты можешь вот там, вот в куплетах там по-разному. Сегодня так, я спела, завтра я здесь бросила, здесь я притянула. У тебя как настроение, как желание, как говорится. Нет, можно взять вариации несколько, их потом использовать, но они должны быть прям заучены. Поэтому нужно по кусочкам собрать. Ну вот это хорошая была очень импровизация, но просто вот эту дырку нужно там. Ну, в принципе, понимаешь, мы можем и дырку оставить эту. Но тогда... Это должно быть обыграно. Ну, ты должна оправдать ее. Ты должна оправдать ее. Ты можешь там и отдохнуть, как бы, можешь, в принципе, пропустить. Но тогда я переживаю в экспрессию, когда входит певец. И после вот этой вот пустоты, если это не подвести, если ты дашь сверху твердое так, если это будет форте. А если это также мягко? А если это будет мягко, там у нас еще есть такой момент? Или это последняя кульминация? Все уже, да? Все, это последнее. Но тогда нужно подвести все-таки. Ну, по драматургии, думаю, да. Хотя песня о любви... можно и нежно сделать как-то.
А как она, ты чувствуешь? Она очень ненавязчивая, и там как таковой кульминации нет. Ну, что-то она такая, да. Она прям легенькая. Ну тогда здесь нужно идти, понимаешь? Ну, надо попробовать. Песня, драматургия есть везде. Даже идет бычок, качается. Есть и конфликт, и все есть. Тема, идея, конфликт, задача, сверхзадача. Даже в четырех точках есть. Везде. Поэтому другое дело, что Оксана говорит, легкая песня о любви, бросайте, что хотите, делайте. То есть все. Нам карт-бланш дали, Португалия дала нам карт-бланш. А здесь должно быть уже от тебя. Только ты должна знать, если все-таки ты пойдешь на форте здесь. Но это был не гармоничный, не гармоничная дырка. Просто... Ну ты думала просто сейчас, ну мы же нас второй раз поем. Ну давай еще разочек. И до конца я не буду останавливать, как получится. Давай еще разочек. Оттуда же. Форто Франко, у тебя много уходит. Здесь надо Форто Франко Винари. Несмотря на то, что субтон? Да, да. А ты здесь должна немножко сэкономить. Так я все время так и делала, а сейчас что-то у меня... Сэконом дыхание это себе. Ты сейчас много-много. Расход большой пошел, дыхание. Еще разок, а тут еще. Замечательно.
Все было очень хорошо. Мне тоже нравится. Все, мы не будем ее сегодня там замыливать. Все. Как вам мой португальский? Все. А что вообще там? Можно перевод-то? Перевод, так. Мадалена – это девушка, которой uh-huh. посвящена песня. Песня от мужского лица, оказывается. Я поют «Слушай, рядом женщины» только от нее. Я то ли грудью чувствую, то ли моя грудь. Ну, в груди я чувствую. Сердце. Ну да. Что море – это капля по сравнению с той тревогой, с тем трепетом, который я ощущаю. Uh-huh. Испытываю по отношению к тебе. Та печаль, вот эти вот душераздирающие чувства uh-huh. от любви. Будь уверена, это так. Quando non sono disperto. Даже горы... В общем, любовь сравнивается с природой uh-huh. И необъятностью. Uh-huh. Океан, горы, все. Могут разделить да. нас. И вот от Элуа до Луны. То есть это весть, это наша любовь известна до Луны. Всей Вселенной. Ну да, до Луны. Uh-huh. Очень большое. Вот. Uh-huh. Она всеобъятная, вот такая огромная. И об этом известно до Луны. Что там еще? И она... А как ты все... И она... Зишта или Зи... Спросила Оксана, как ты? Изишта. Зишта. Привет, Кристи. Привет. Изишта. И, кстати, в Португалии... Что случилось?